Всем доброго времени суток. Сегодня у меня небольшой обзорчик о моих мини-орхидейках. Вот так распустился сюрпризик. Орхидейка, которую я покупала во время пандемии, когда завозов не было, магазины цветочные особо и не работали. Вот я покупала доходягу, чтобы спасти. Вот так вот я ее спасла, сегодня надо полить. Вот она нарастила вот такую кучу корней, превратилась из маленькой орхидейки крошечной, зачахлика, вот в такое вот растение, с ним совсем не маленькими листьями. И вот она распустила свой цветонос, вот такая вот белоснежная красотулька. Вот цветочки у нее вот видно небольшие. Очень милая. Ну вот. Теперь она распустилась. Я ее покупала от скуки, чтобы спасти растение. Вот спасла, теперь она пойдет в очень добрые руки. Жить к хорошему человеку. Потому что места нет, да я ее и не планировала себе оставлять. Красавица получилась, да? Так, ой, теряется фокус. Ну и другая, тоже купленная во время пандемии. Я ее показывала не раз. Вот она. Вот она совсем небольшая. Там у нее совсем была беда. Ну вот она дала детку, детка дала цветонос. Вот они были куплены в апреле месяце 2020 года. И вот она распустила первый цветочек. Она мультифлора. Потому что вот от почки она дала ответвление. А потом, можно сказать, новое растение. Потому что покупала-то я остатки цветка, а не неполноценный здоровый цветок. Но красивая, да? Вот. Вот такие два сюрпризика. Ладно, у этой маленькая розетка, но вон какие длинные цветоносы. А у этой огромная, с такими вот листьями. И такой небольшой цветоносик. Такие две красотульки. Так, ну и теперь о моих орхидеях, которые мои жители. Вот пилорик. Вот такая вот милота. Она у меня третий год. Купила я ее пилориком. Причем купила, даже вот просто купила, не думая о том, что это пилорик. Вот она у меня один год процвела. Покупное цветение она отцвела, все бутоны раскрылись, все были пилоричные. В прошлом году она выкинула цветонос. И вот они были все вот с такой вот пилоричностью. Потом она цветет, кстати сказать, долго. Потом она продолжила свой цветонос. Сначала отсушила парочку бутонов, потом продолжила свой цветонос. И вот 4 цветочка на конце цветоноса открылись обычными цветами, без пилоричности. И, наконец-таки, я смогла определить, что это бургундия. Потому что, когда она вот в таком состоянии, очень трудно доковыряться и выяснить. Она просто пилорик, без защипов, без намека на бабочку. И, кстати, когда она открыла полностью, у нее даже вот форма бутонов. Вот. Видно, да? Что такая не круглая, а угловатая вся. Вот. И, кстати, когда она была в полном цветении, но она мне очень нравилась, она была очень-очень красивая. Ну, пилориком она такая вот миленькая. Так, ну, моя гордость. Гордость номер один, выращенная из детки.
Тайсука Кобальт. Вот она уже, я снимала недавно ее видео, она начинала распускать первый бутончик. Ну вот, у меня был обзор с восточного окна. Вот, распустила она уже 3 цветочка. Камера ее делает ярче, она почти черная. Вот такая вот красота, выращенная из детки. Было 2 крошечных листочка, ой, 3 крошечных листочка и 2 маленьких корешочка. И вот получилось за 3 года вот такое растение. Причем в первый же год, когда она пошла в рост, она выкинула 2 тонюсеньких цветоносика. В прошлом году тоже она цвела на 2 цветоноса, а вот в этом году сначала один, я думаю, ну как же так? Она чуть позже, вот видно, да, дала 2-й цветонос. Цветоносы у нее тоненькие-тоненькие. Вот эти цветоножки тоже тонюсенькие, ну, вот, видно, прям тонюсенькие и длинные. И она такая вся легкая, что когда проходишь мимо, она от малейшего движения воздуха начинает колыхать свои цветочки. Я вот ее просто обожаю. Вот ей 3 года, но она для меня все равно детка. Потому что я ее вырастила из крошечной детки. Наши дети для нас всегда дети, даже когда ей будет 10 лет, она все равно, наверное, будет детка. Ну, милая, да, какая? Вот. И сейчас еще об одной моей прелести, которая тоже вырастила из детки. Вот. Вот как ее зовут, я не знаю. Но я ее просто обожаю. Вот камера точно передает ее цвет. У нее не красная губа, у нее какая-то розовая абрикосовая. С вот такими вот там вот крапушками. Вот ей и этой маленькой моей Тайсука по 3 года. Я их сажала в 1 год. Этих деток. Вот. Вот у нее всегда очень такой короткий, вот, толстый, не тонкий, у нее очень крепкий цветонос. Она мультифлора, она вот дала здесь почечку, распечатала и здесь. Она в первый же год зацвела, потом я ее на следующий год уронила, она вся поломалась. В прошлом году обиделась, не цвела. В этом году вот выдала такой цветонос. Вот она очень компактная, цветы плотные-плотные. Вот они находят один на другой. Вот такая вот прелесть. Вот. Ну вот такое у меня мини-цветение, мини-красоты. Всем спасибо. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Всего всем доброго. И пусть ваши растения вас радуют. До новых встреч!